О, привет, меня зовут Даничу, и сегодня я расскажу тебе, как выжить, если ты простыл, но и о том, как тебе плохо. Кашляй. Отпросись домой и не ходи на работу или учебу и радуйся от этого. Посмотри все сериалы. Пройди все игры. Прочти все книги. Съешь всю еду дома и только после этого сходи в больницу. Ешь витамины. Много спи. Пей много теплого чая с лимоном. Проветривай помещение. Скучай от того, что нечем заняться. Научись чему-то новому. Мысли позитивно и скорее выздоравливай. А пока ты болеешь, посмотри рубрику «Как». Сегодня мы продолжим учиться играть на гитаре и разучивать песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». Жми вот сюда или переходи по ссылке в описании, чтобы посмотреть прошлый выпуск, где мы учили бой и аккорд М. А сегодня мы продолжим и выучим аккорд С или до мажор и аккорд ДМ или ре минор. Поехали! Как же нам брать аккорд С или до мажор? Для этого мы наш прошлый аккорд АМ немножечко меняем. Для этого берем палец безымянный и кладем его вот сюда. Бяу! Получается аккорд С или до мажор. Вот как он должен прозвучать. А как же нам взять аккорд ДМ или ре минор? Для этого мы берем указательный палец, кладем его на первую струну, первый лад. Средний палец кладем на третью струну, второй лад. И безымянный палец кладем вот сюда, вторая струна, третий лад. Вот так вот должен прозвучать этот аккорд. То есть был аккорд С, а потом отсюда перейти нужно вот сюда. Не получится с первого раза, не переживайте, пробуйте, пробуйте, пробуйте. И получится, получится, получится. Должно прозвучать вот так. Белый. А дальше какой аккорд, вы узнаете в следующей программе. А пока вы разучиваете новые аккорды, мы поговорим о том, что нельзя делать, если ты простыл. Не чихай на людей. Не выходи раздетым на улицу. Не доставай всех своим нытьем о том, как тебе плохо. На этом все, теперь ты знаешь, как выжить, если ты простыл. Пока! Если в данный момент ты находишься в ситуации, в которой не знаешь, как выжить дальше, пиши нам на ящик help@nagrani.me с пометкой «Как выжить», и мы тебе обязательно ответим.